Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості завжди на спортіку. Ви ж всі чули, як волають чоловіки у тренажерних залах? Так от, наша гостя змушує волати і тих чоловіків <світ>, у залі, і себе саму. Іра, привіт. Привіт. Іра. Ти е, тренер з кросфіту, дієтолог е, і так далі. Але головний твій скіл, ти тренер-мама. Е, Чи допомогла тобі? Е, Твоя физическая подготовка, э, народы ты. Да, ты знаешь, она мне помогла не только родить, но и выносить этого кабанчика, да. <laughs> потому как она родилась у меня не маленькая, 3800. И после родов мне единственное, что весь персонал стоял, говорит, ты такая умничка, она у тебя просто выскочила, говорит, э, ну, настолько мощно работать прессом, говорит, не все девушки вообще понимают, как им работать. А ты еще понимаешь, где у тебя пресс, еще и понимаешь, как им работать. Поэтому я действительно очень благодарна да, своей какой-то физической подготовке, потому что беременность у меня просто налегке пролетела, меня практически не беспокоило ничего, там ни боли в спине ни варикоз, ни отеки, знаешь вот большинство болезней да, и всяких таких ну, скажем не болезней. Да, а вот проблем которые, которые я наблюдаю у девушек беременных, потому что я э, веду там и по питанию, и по тренировкам и беременных девушек да, и э, уже э, только родивших мам вот, и вот этих вот всех вот каких-то таких э, нюансов у меня не то чтобы не было, да, но вот они были в какой-то вот такой, самой маленькой какой-то... Ну, честно говоря, я помню, что ты была такая кругленькая уже, но все одно тренировалась у, у зале. Думаю, боже, что это за такая сильная, сильная женщина? Какие-то такие легкие нагрузки я выполняла, то есть я как бы пыталась активничать до последнего, да, то есть там, если это даже были не какие-то занятия с, уже там с тренажерами, то я старалась там как можно больше ходить, плюс я еще там до седьмого месяца работала и... Вела персональні тренування, а це теж затрати, скажімо так, так показати объяснить. То Тобто, це і тебе нагружає, и человека, который рядом. Давай э, з тобою розвінчаємо міф всіх бабусь, що після народження э, матуся повинна їсти все таке жирненьке, сметанку, молочко, і так далі. Що скажеш з цього приводу? Смотри, народные методы, да, ну, что-то в этом есть, но всегда должно, должен быть здравый подход и здравый смысл, потому что девчонки, кто, которые только родили, делятся на две категории. Я не ем ничего, кроме там гречки, потому что переживаю, что у ребенка будут колики, его посыпят, и я хочу поскорее похудеть. И э, мамы, которые говорят, ой, я буду есть как можно больше. Потому что ребенку надо, чтобы поступало вот это то, что ты говоришь, да, бабушка сказала, молочка, творожка, кашки. То есть две крайности. Что я всегда говорю? Искать золотую середину вообще во всем. То есть к чему бы вы ни подходили. Да, действительно, у мамы должно быть питание просто сбалансированное, как у любого обычного человека. Плюс, если мама кормит грудью, то ей нужно накинуть там 300-500 калорий сверху за счет того, что очень много энергии организм тратит на выработку самого молока. Все. Если у ребенка есть какие-то определенные да, реакции на какие-то определенные продукты, просто вводить эти продукты постепенно. То есть, например, там, сегодня там, поели яйца. Да? Аллергены – это в основном яйца, орехи, да? вот, вот такие вот продукты, авокадо. Это все вводим постепенно и просто смотрим реакцию. Если реакции у малыша нет, все, мама, малыш спокойный, все нормально. Если вдруг там видите у ребенка какие-то реакции, покраснения, сыпь, уберите пока орехи, введите их через месяц. Потому что все равно в течение первых трех месяцев жизни у ребенка тоже ему надо привыкнуть да, вот к маминому молоку, к другому питанию. Поэтому а это надо понимать, что абсолютно без реакции ну, не может это все пройти. Вот, поэтому просто смотреть и не пугаться от съеденного ореха, что вот из-за меня теперь ребенка посыпала, больше вообще ничего не буду есть, буду пить там воду. І є там только гречку і все. Тобто, такі крайності теж впадати не стоїть, тому що ще дуже сильно зависить емоціональне состояние мами. Давай пофантазуємо і уявімо. Ось я, наприклад, народив, коли я можу повернутися до залу, до тренувань і з яких вправ треба розпочинати свій спортивний шлях. Первое, на что надо обратить внимание, если человек до этого занимался спортом не менее двух лет. Потому что если ты никогда не занимался спортом, и тут ты родил и хочешь заняться спортом, надо подождать чуть больше. Я рекомендую начинать тренироваться не ранее, чем через три месяца после рождения ребенка и только после консультации у врача. И очень сильно зависит еще по поводу того, с каких тренировок начинать. Были естественные роды, либо это было кесарево сечение, mm -hmm. потому что девчонкам, у которых было кесарево, им ни в коем случае нельзя полгода точно закачивать пресс. То есть все вот эти вот упражнения, это сгибания, да, вот обычный, как мы закачиваем пресс, вот это вот все делать категорически нельзя. Вот, девчонкам, которые родили, естественно, здесь можно начинать с легких упражнений, это может быть растяжка, элементарно даже какая-то растяжка, да, вот мы там садимся, включаем онлайн какой-то любой, в ютубе сейчас очень много разных видео по растяжкам, это может занять... Начинайте там от 10-15 минут, потом можно по 20. То есть не обязательно э, за счет, да, галочка, тренировка, это обязательно там час, и ты вся ухэканная. Нет, первое время без всяких весов, пускай это будет только растяжка, потому что мышцы были нагружены, сейчас мышцы слабые, и им надо дать возможность восстановиться. То есть дать им возможность восстановиться можно только вот э, такими вот легкими нагрузками. Потом уже начинать там. Какие-то планки, приседания с собственным весом, какие-то выпады по дому. Можно это делать потом будет постепенно с ребеночком на руках. Да? Если вы хотите какой-то вес, пускай там этот ребенок дает 4-5 килограммов дополнительной нагрузки. Да? Но все это надо делать плавно и постепенно. Обязательно сон до 23.00 должен быть. Потому что если мы ложимся позже, то уже у нас мелатонин не так хорошо работает. То есть, соответственно, организм уже не так крепко спит и... Все органы не восстанавливаются. Нам надо восстанавливаться. И сон не менее 7-8 часов. Даже мамам, которые кормят всю ночь, я говорю, ложитесь вместе с ребенком. Вот ребенок уснул в 8 вечера и вы ложитесь в 8. Да, пускай вы поспите из, этих, там, из этого всего времени, из 10 часов, которые ребенок будет с просыпаниями, вы поспите 6 часов. Но это будут 6 часов. да? А мамы что у нас любят? Ребенка уложила и побежала до 12 ночи стирать, убирать. Нет, вы так никогда не восстановитесь, и никакие тренировки не помогут. Истощенная мама, которая еще и потом утром проснется, начнет тренироваться, она будет вообще не рада, если честно, вообще всему. Ни тренировки, ничему. Все должно быть в балансе. Уявимо, что ты можешь обрати будь-яку ежу на все життя ты будешь ее есть и никаких метаморфоз с тобою не будет, ты не погладжешь и так далее. Что б это была за еда? Знаешь, я э, сейчас, честно, вот нет у меня такого. Сейчас у меня, э, ну, у меня нету, во-первых, такой дурной тяги к сладкому, э, и даже если я что-то хочу съесть, я не буду покупать магазинное. Я возьму дороже с хорошим составом или Куплю ингредиенты и приготовлю это сама. Да, мне, честно, мне ну, я найду время это приготовить, потому что я уже понимаю за, ну, за столько лет вот этого всего, да, что ну, я к этому пришла, я к этому долго шла. Честно, это ну, заняло не, ну, не год и не два. Вот. Я вот пытаюсь всегда объяснить людям, что если вы будете это воспринимать как какую-то кратковременную диету, у вас ничего не получится. Ну, то есть вы там сбросите, да, какое-то количество килограммов, а потом опять вернетесь к своему образу жизни, начнете опять там на ночь есть жареную картошечку, грудьбо говоря, да, с колбаской. Ну и все, и что? И никакого, никакого отклика не будет. То есть работать надо в первую очередь с головой. Все вот здесь. Вот когда ты осознаешь, что ты хочешь для себя что-то более качественное, да, потому что мы какие, мы уникальны. Почему мы в себя должны какую-то, извините меня, пищу, да, не уникальную, скажем так, засовывать. Что тебя э, дратує в работе фитнес-блогера? Э, знаешь, э, то, что именно дратує, когда, ну, даже, наверное, так, не дратует, а вот э, я очень много усилий э, вкладываю в то, чтобы вот человека, не то, чтобы убедить, да, Человек пришел ко мне, вот он говорит, хочу. Я ему вот это вот как тебе все объясняю. да, То есть я трачу безумно много энергии на это все. И человек такой, да, 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 хочу. Но ты знаешь, я не живу с ним рядом. Прошел месяц, и человек такой, там да мы там то-то, то-то. И я такая, ну, мне очень хочется помочь. Ну, слава богу, ты знаешь, наверное, из 100% 70% вот этих людей они дают такой отклик, который работает долговременно. Которые могут не знаешь, девочка там была, например, на марафоне и пропала. И я думаю, так, ну что ж она. Проходит полгода, она мне пишет, Ирочка, я вот у вас стартанула, и вот сейчас у меня минус 15, и мы с мужем совершенно по-другому кушаем, и так все идеально, и у мужа там намного легче стало все получаться и в работе. Потому что, да, от питания зависит все. Это, это и наша нервная система, и стабильность, и, ну, это очень много. Люди очень обесценивают это все. Так, кину бутерброд, все там, побежал, побежал, всегда мы куда-то бежим. Надо больше акцентировать на этом все. Потратить деньги на питание, а не на врачей. А человеку ты своему прописывала э, программы тренувань, харчування? Да, ты знаешь, это очень забавная ситуация у меня. Меня когда многие спрашивают, ну там, а муж, он там как питается? А я говорю, а вы знаете, когда я с мужем познакомилась, это он меня вообще к этому всего привел То есть я питалась, когда мы с ним познакомились, ну, как, как сейчас обычный среднестатистический любой человек А он всегда там ко мне в гости пришел с какими-то судочками, еще чем-то Я говорю, господи, зачем это? Давай там закажем какую-то пиццу вкусную Что ты ешь? Для меня это так дико было а потом как-то, знаешь, там, ну, я начала присматриваться, там, ну, там, у него такое тело, знаешь, там, такое подсушенное, да, грубо говоря. И я такая думаю, что он ест? Такая, ну, давай пробовать так же самое есть. А потом еще начали вместе тренироваться, и, и я увидела результат, знаешь, я увидела, ну, что действительно вот от питания как сильно все зависит. А потом я научилась вот эти все его судочки готовить вкусно. Вот, и поэтому, ну, и вот мы пришли к тому, что вот можно вот так вот качественно и классно питаться. Какая твоя топ-топ послуга, яку замовляют клиенты? Хотят люди больше, знаешь, такого индивидуального подхода. Топ, наверное, индивидуально, когда я прописываю индивидуально программу, прорабатываю в личное, там, либо мы там общаемся онлайн, да, Человеку хочется выговориться, мне ему уделить внимание в марафоне. Я это уделяю точно так же, но в марафоне у меня один чат на 15 девчонок, а здесь мы с человеком тет-а-тет. -а -тет, понимаешь, потому что смена пищевых привычек – это больше работа психологическая, и не все готовы вот так вот на публику да, сказать «Ой, ну, там, мне там сложно, Ир». Кто-то да, кому-то легче наоборот в марафоне, потому что это заряд, да, там все там тарелки пофоткали, скинули, я там тренировку выполнила – Кому-то легче вот так, ну, люди, от темперамента все зависит, насколько человеку кому-то нужно вот так вот, чтобы это было тихонечко, на т -т -т, а кому-то это надо больше в группе, ему так легче. А фитоняшка звучит образливо? Таняшка, знаешь, вот ты сейчас назвал, и у меня перед глазами какая-то такая девчоночка, знаешь, там, которая там красивенькая, подтянутая. Есть девчонки, которые действительно там заряжают, да, вот на них приятно смотреть, да, там посмотреть, но они могут, например, не быть настолько там компетентны, да, вот людям нравится смотреть на картинку, и они говорят, хочу так же, я знаю, что я могу дать много человеку. Без вот такой красивой обложки я могу дать содержание. Э, дивное питание от Макиты. Когда ты в последний раз была пьяненька? Ой, Никита, ты что? <laughs> ну, да. Наверное, до беременности еще. Это сейчас почти два. Ну, года четыре назад, наверное. Ой, да, вспомнила. Это было на Новый год в январе. Э, у меня даже, я помню, сейчас перед глазами фотография. Налит вот бокал красного вина. Я выпила половину, и мне, на, и мне на следующий день было плохо, я плохо спала. Учитывая то, что у меня уже, знаешь, для меня сейчас сон самое важное, знаешь, сейчас, тогда. И я плохо спала, и я думаю, все, не хочу больше, боже. Вот это тупо весь день себя измучать. Остання прочитанная книга, яка тебе вмотивувала. Да, ты знаешь, последнюю книгу прочитала «Кафе э, на краю света». Это я ее сейчас еще не, не закончила до конца, но это действительно удивительная история про человека, который, вот знаешь, он рассказывает о том, что вроде бы, знаешь, так живешь и работа есть и все есть, и как бы ты этого всего не замечаешь, да? А он, получается, сел в свой автомобиль и уехал, ну, поехал отдохнуть, чтобы как бы развеяться со своими мыслями, искать смысл жизни, все дела, и он заблудился. И нашел кафе, какое-то, как бы, это там описывается, как будто оно оно нереальное. Где все такое, как бы, ну, он сидел и не, не понимал, что, что вокруг происходит. И в этот момент, знаешь, ему пришло осознание, что у него в жизни, ну, на самом деле, вот все круто, ну вот, действительно, вот у тебя есть и работа, и все. И очень важно, знаешь, обращать внимание на вот такие моменты, потому что мы иногда живем и думаем, боже, у меня там вообще ничего не получается. Ну вот вообще, ну вот что, ну, вот тут у других получается, а у меня ничего не получается. А если вот так вот просто ты сядешь и подумаешь, у меня есть то, у меня есть это. А если по сравнению там с прошлым годом, а вот я сейчас вот такой. То есть вот книга, я люблю, если честно, вот такие, знаешь, всякие штуки, которые просто дают вдуматься о самых элементарных вещах. Вот что тебе приносит счастье, да? Что мы вечно зачем-то гонимся, а на самом деле счастье оно вот здесь, дома, с котиком родным, с семьей. А, что взагали, тебе дало материнство, как жизнь? Материнство? Боже, оно просто перевернуло мою жизнь. Это честно... Вот у тебя есть жизнь, она полноценная, а тут она какая-то стала в два раза полноценней. Я поняла, что я могу все, честно. Потому что, ну, если раньше я думала, у меня нет на это времени, сейчас я понимаю, что у меня есть время на все. Я все успеваю. Мне даже иногда пишут, Ира, у тебя в сутках сколько часов вообще? 48? Как ты все успеваешь? Ну, вот, вот так вот. Я научилась как-то балансировать, знаешь. И Майя очень сильно учит, во-первых, вот этой вот детской классной штуки, которую мы с возрастом забываем, это находиться в моменте. Вот она вышла. Снежок. Мама, представляешь? И я такая, да, а да. Есть, да, а у мамы в голове, так, там ответить на сообщение, так, то и меню написать. Ты. Она такая, мама, ну снежок же. И я такая, да, доченька, и знаешь, я просто стараюсь убрать телефон и как-то просто вот погрузиться вот в момент. Ты знаешь, маленький ребенок, это как мои клиенты. Выдохнула. Так, доченька, в розетки мы не лезем потому что... И вот ты ей объясняешь. Вот и клиенту. Так, бутерброды на ночь мы не кушаем, потому что... То есть мне материнство в мою работу только вот плюсы. дало большие плюсы. Да. Так, и о, за какими критериями, Взагалі, ось я, например, нулячий, Например, выбрать персонального фитнес-тренера. Э, тренер должен к тебе располагать. Это, наверное, самое главное. Я бы пошла к человеку, который сможет найти к тебе подход. Это очень важно, что я сама такой человек и, ну, как бы, соответственно, я бы искала такого же. Э, человек должен быть обязательно квалифицированный. Без этого ну, никуда. Потому что если ты тренер, ты берешь ответственность на себя за человека. То есть, как это проверить? Читайте отзывы, смотрите результаты других участников, да, то есть, ну, как бы какие-то рецензии, какие-то сертификаты, это все можно проверить, да, если вы приходите в тренажерный зал, а расскажите мне чуть больше об этом человеке. Или дайте с ним поговорить, я, как бы: Ну, он, пускай он сам мне расскажет. То есть, первое, это расположить к себе, да, быть другом, второе, это квалификация. человек должен быть э, должен разбираться в своей сфере деятельности. И третье, наверное. Ну, это должен быть человек, как сказать, ну, ответственный. В том плане, что э, ты должен быть уверен в том, что этот человек, например, там ты едешь на тренировку, то он тебя ждет на тренировку. Повернемся до дитины и человека. Как ты видных від отдыхаешь взагалі? Ой, э, от мужа я не отдыхаю, но от ребенка, если честно, надо отдыхать. Как бы это, э, это не эгоизм, я всегда вообще всем это говорю. Это очень правильно, потому что счастливая мама, счастливы всей в семье, и, и ребенок будет счастлив в первую очередь. У меня, слава богу, есть рождение бабушка, и благодаря ей я и работать могу, то есть совмещать все и держать вот этот вот баланс. Вот бабушка, да, бабушка может посидеть с ребенком вечером, а папа играет с Майей, у них там свои ритуалы, они купаются, когда я могу просто поваляться, посмотреть какой-то телевизор и не переживать, там, полезет мая куда-то или нет. Вот. Но обязательно, вот, и психологи вообще рекомендуют в неделю выделять два вечера маме и один день, когда мама может провести это время как хочет. Хочешь на весь день с подружками езжай, хочешь там маникюры, педикюры, это очень важно, потому что если мама будет злая и истощенная, ребенок тянет очень много энергии, поверьте, она не захочет вообще ничего в этой жизни, и вообще и ребенок будет вечно капризный, и муж будет вечно недовольный. Очень важно отдыхать маме от ребенка. Рубрика э, «Тупи запитания от э, ведущего». <laughs> Отже, э, чи можливо накачатись, если я буду есть только курочку и гречку? Конечно. Все зависит от того, насколько будет у тебя твой... Смотри, чтобы накачаться, надо, чтобы росли мышцы. Надо силовые тренировки и нужно достаточное питание. Желательно, вот есть дефицит калорий, это когда мы худеем, то есть мы едим меньше, чем мы тратим. Тебе нужен быть профицит калорий, то есть ты должен есть больше, чем ты тратишь в этом зале. Потому что помимо того, что ты будешь силовые нагрузки как бы выполнять, ты будешь тратить энергию. Вот тебе надо съедать намного больше, чем ты вот это потратил, чтобы твои мышцы могли восстановиться и прийти в тонус. Припустимо, что я толстый и хочу пить в зал. Что мне сначала? Треба схуднуть и в зал и накачаться? Або и потом худнутый или навпаки? Расскажи, пожалуйста. Ты знаешь, это, если честно, очень большой барьер у людей. Некоторые толстые люди, они боятся идти в зал, вот они боятся, что на них будет смотреть, что это будет стыдно. Нужно вот этот барьер пройти и а -а -а. идти в зал. И начать с питания. Чи сумісні э, занятия боксом и кроссфитом, например? Чи будь який спорт с кроссфитом еще миксувати? Э, все зависит от того, сколько тебе лет, какая у тебя физическая активность. Потому что если ты будешь каждый день себя загонять, ну, надо, чтобы ты восстанавливался. Если ты понимаешь, что в тебе хватает ресурса, у тебя хорошее питание, полноценный сон, питьевой режим, если ты там можешь потратить время еще и ресурсы на работу, и тебя еще хватает вечером на кроссфит, а на следующий день на бокс, пожалуйста. Почему нет? Это даже классно. Ты знаешь, вот такие вот разные нагрузки, это интересно. Это и для организма интересно, потому что для него там, бах, сегодня силовые, завтра такая аэробная нагрузка. Mm -hmm. Это классно. И снова до дитини. С какого віку возможно, уже так, долучать до якихось то элементарных вправ малыша? малечу? И что это за вправ? Ты знаешь, была? Майя у меня тренируется с момента, как она поползла. Вот сейчас я там качаю пресс, она ложится рядом, пытается. А вы никак не приучите ребенка иначе, потому что вы его спросите, а что ты хочешь, он... а он откуда ничего. знает, а он откуда у... знает. И родители начинают по кругу водить ребенка по кружкам, он ничего не знает. А вы будете для него примером. С какими Травмами можно э, приходить в зал и заниматься, или это вообще нонсенс и треба дома сидеть? Это очень э, тонкий вопрос. Вообще надо обязательно об этих травмах сообщить специалисту и узнать квалифицирован ли этот специалист по направлению вот тренировки именно вот с грыжей, да, например, или mm -hmm. там, коленные суставы. Yeah. То есть и тогда, если человек понимает это все, то он скажет да. Мы будем работать с этим, но тогда у нас есть вот такой вот комплекс упражнений. То есть это очень классно. И, и даже я тебе скажу, людям не только можно, а нужно наоборот, но только с грамотным специалистом и с грамотной программой. Не самостоятельно ни в коем случае не идти, когда у тебя грыжа в спине, не тянуть там тяжелый вес штанги. Нет, тебе надо тренироваться, но надо тренироваться либо сам разбирайся или там сходи к врачу, пускай он тебе даст рекомендации, сиди в интернете изучай, но лучше обратись к специалисту. Вечное питание. Краще заниматься на максимальную кількість повторений, чи на максимальну вагу. Все зависит от. Я думаю, чередовать элементарно. То есть вообще как бы одну неделю ты можешь поработать на количество подходов, вторую неделю, ну если мы берем одно и то же движение, да. следующую неделю сделай на именно силу проверь. Вот. Работает и то, и то. По-разному, но, но эффективно и то и другое. Таке питання виникло. Є дівчата в інстаграмі їх багатенько, які займаючись фітнесом чи важкою атлетикою, перетворюють. Ну так, іноді мені здається, що своє тіло на таких потужні локомоти. А, что ты скажешь, что такое «женочность», на твою думку? Ты знаешь, для меня женственность, она больше, наверное, внутри, это не, это не внешний вид. Девушка, вот как ты говоришь, у меня есть такие знакомые, вот она может быть вся вот такая, но она может быть женственная. Она может надеть платье вечером, и вот это женственность, она ведь в другом. И я там и все девчонки красивые, и худые, и толстые. А женственность это совершенно о другом. Это не о внешнем виде. Я, честно, хорошо отношусь и к тем девочкам, которые перекачиваются, потому что в основном у них это их э, заработок. Они выступают на соревнованиях. И э, если у человека такая цель, ну как его? Его невозможно осуждать. А женственность это про другое. Женственность, она в другом. Все просто знайдіть себе, займайтесь тим, від чого ви кайфуєте. Це був Нікіта Дрюченко, Ірина Кошелєва на спортіку. Ще побачимось. Okay.